Здравствуйте, меня зовут Алана Хадикова, я из города Владикавказ. Я училась в Республиканском лицее искусств на фортепиано отделении, закончила 9 классов фортепиано, потом поступала в училище искусств на вокал, но меня не взяли 3 раза туда, поэтому я пошла на гармошку, и я закончила гармошку. Вот, пела 10 лет в хоре у Джанаевой, часто очень ездили. Фестивали, конкурсы. Я люблю путешествовать, да, но не всегда получается просто. Путешествовать одному – это не так прикольно для меня, как с хором, с коллективом, когда какие-то фестивали, когда ты смотришь на других, когда все съезжаются где-то, все страны мира, и очень интересно бывает посмотреть на других. Была поездка в Италию, и раньше я как-то была очень равнодушна к инструменту гитаре. Но после Италии я просто влюбилась в этот инструмент, потому что там была девушка, которая пела песни всякие Бионс, Адель. Раньше я как-то слушала только Цоя, и для меня гитара была как-то, ну, так. А когда я услышала, что на гитаре можно исполнять такие песни, то я сразу приехала, купила гитару и начала учиться сама, научилась в интернете. Ну, не сказать, что я, конечно, прям супер играю, но аккомпанирую себе, людям нравится, но работаю над собой, конечно, занимаюсь. Сегодня я буду исполнять песню «ЗАЗ». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Ready?